Про Октябрьскую мы узнали от Хана. Всем здравствуйте, друзья. Мы продолжаем с вами проходить метро Last Light. Это канал Феникс 2 Гейм. Мы в Полисе. Это где-то Арбатская, Покровская линия. А Черный с нами, он принял вот такую форму ребенка, чтобы люди не пугались, видимо. Мы разных людей встретим. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит орден? Ведь Д6 в наших руках. Сколько народу-то? А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Так, Черный, не махай руками им. Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения Полиса о разделе имущества Д6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Тихо, какая Черный, разница, расслабься. Он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, Д6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идея получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета. Да они перебьют вас как мухи. Количеством больше, чем вас, блин. Надо строить оборону. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам орденов, Д6, полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Офигеть, народу. Слава Рейху. Вы уж какой. И в заключение официальной части слово предоставляется лидеру Красной линии, товарищу Москвину. Товарищи. Говорит. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир во имя наших детей. Ура, товарищ! Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана, выведите его отсюда. Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход. Так, пойдемте. Ну что, показывай. Вся. И мы заодно с ним. Потрясающе, когда он кому-то как будто коннектится, да, через порт USB, то мы тоже вроде как вместе с ним. Ой, блин. Так почему сейчас мы одни? Что за место? Разоружение. 1870-1800. Холодная война, что ли? Нет, не холодная война. Что за плакатики? Двери. Товарищ Москвин, вы должны меня поддержать. Опа. Иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата. Смерти вашего брата? Ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу. Что? Какую угрозу? Мы же братья. Он думает, что вы завидуете ему и боится за свою власть. С ума сошел? Совсем уже? Но сейчас я ему все выскажу. Боюсь, словами удар уже не отвести. Нужно его упредить. Офигеть. Финска, как я рад, что мы с тобой помирились. Оба. Из-за такой ерунды. Ну, выпьем. Выпьем, брат. Брат на брата. О. Что? Яд.
единогласно генеральным секретарем ЦК. Молчишь? Что смотришь так на меня глазами своими честными? Поминает. Ха, сам убил, поминает, сука. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал. А теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Оба. Что-то я войти в дверь теперь не могу. Все двери закрыты. А вот открытая дверь. Оу. Прощение просит, когда уже все сделал. Что это? Совесть заиграл. Что было? Я вслух? Так, значит, и мне что-то подсыпали. Как брату. Да, отравил брата своего. Но Корбут, я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас Д6 штурмует. А там вирус этот. И если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководители. Прикажите. Проклятые. Вот отзовите войска. Будьте или хотя бы задержите. И отпустили его так. Да ладно. Скорее, на вокзал. Д6 мы не отдадим. За мной. Я же говорил, оборону надо строить. На кой хер мы сюда пошли вообще? Вот ослы. И все, друзья, начинается. Сейчас, видимо, будет много жертв. Ну чё уж там, там, наверное, уже мясо. Ого. Это нас готовят. Одеваем тяжелую броню. Как вот эти вот флешбеки не классные здесь сделали, смотрите. Аня. Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас. Меня. За то, что мы сделали с его братьями и сестрами. С его матерью и отцом. Да, господа. Черный ушел. Надеемся, что он доберется до своих живым. А мы будем вести последнюю войну. Последняя война. Мы или никто. Будет как-то так. Будет мясо. Я чувствую, будет очень сильная война. Но финал, друзья, мы уже с вами проведем в следующей серии. Следующая серия уже будет наверняка точно финалом. И, по-видимому, жестким финалом. Серьезным финалом. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.